Здравствуйте! Добро пожаловать в мир спорта! Меня зовут Олег Завадский. Главные спортивные новости региона в программе «Про спорт». Смотрите, с нами интересно! Весна – это время, когда стоит заняться собой. Нужно просыпаться с зимней спячки и уютный диван хоть на время променять на тренажерный зал. Главное – сделать первый шаг – прийти. Ну а далее, говорят профессионалы, вы не сможете остановиться. Со спортом люди очень мало знакомы. У нас эта индустрия еще очень мало развита. Поэтому люди, очень не привыкшие к физическим нагрузкам. Девочки приходят, и после первой тренировки у них головокружение, тошнота, им плохо, они не привыкшие, они не могу, не хочу, жалеют себя, любят себя. Но потихоньку, этап за этапом, привыкание. «Не могу и не хочу» часто встречается у подснежников, тех, кто приходит в зал ненадолго, только погонять лишние килограммы. Эффект, конечно, будет, но со временем организм вновь отложит себе подушку безопасности. Не бывает такого, что после недели тренировок вы станете Меган Фокс, ну а в случае с мужчинами – Шварценеггером. Ориентироваться нужно на долгосрочную перспективу, на методичный труд в зале и в повседневной жизни. Главное – это терпение. Все будет, но не сразу. Заставить человека невозможно. Человек должен сам созреть к этому, сам захотеть. Мы можем мотивировать, стимулировать, вдохновлять, направлять. Вот это наша основная задача, то, что мы можем сделать. А все остальное только зависит от человека, который пришел в зал. Его желания, его цели, его стремления. Вот. Все в наших руках, только от нас самих зависит. Спорт – это состояние души. В современном обществе спортзал завоевал популярность. Для многих работа в тренажерке по 3 раза в неделю стала нормой жизни. Туда приходят целыми семьями. Родители подают сейчас большой, огромный пример своим детям, занимаясь спортом. И приходят уже к нам сюда в зал папы вместе со своими сыновьями. Вот, они им показывают, что нужно делать, как тренироваться, вот что нужно пить воду. И это на самом деле очень сплоченно так все получается. И семьи крепятся, и дети растут уже более в такой подготовленной, здоровой атмосфере. Необходимо постоянно следить за собой, а не вспоминать о спорте только перед пляжным сезоном. Ведь зал всегда где-то рядом, нужно только захотеть. Разобраться в огромном числе тренажеров и правильно поработать помогут профессиональные инструкторы. Мы сюда вкладывали всю свою душу, все свои знания, которые накопили уже за 3 года. Старались сделать его максимально комфортным для человека, для спортсмена и для простого обывателя, который просто следит за своим здоровьем. Подход индивидуальный, и только начинается все с вопросов и с того, ну, чтобы узнать цели человека, клиента, для чего он здесь и что он хочет в конечном итоге. Не стоит жалеть себя и думать, что вы чем-то хуже других. Ты можешь больше. Жми. Вот неплохое спортивное правило. Возможно, тогда и вам захочется сказать «I will be back». Открытый чемпионат Брестской области по мини-футболу подходит к завершению. В финальном матче, как и в прошлом году, сыграют «Мясокомбинат» и «Шанс Авто». Победитель завоюет вот этот кубок, проигравший получит утешительные призы. Спортивное дежавю. Так можно озаглавить очередной финал мини-футбольных встреч в Бресте. 3 месяца назад борьбу за главный приз в элитном раунде чемпионата начали 16 команд. Никто тогда и предположить не мог, что именно финалисты прошлого турнира сойдутся в решающем поединке. Футбол непредсказуемый, интрига живе, и тому я лечу, что сегодняшние финалисты объективно мощнейшие. Украинская команда, желая поквитаться за обидное поражение в прошлом году, с первых минут пошла в атаку. В защите и вратарю «Мясокомбината» с трудом удавалось сдерживать натиск на свои ворота. «Шанс Авто» держал мяч под своим контролем и играл так, как хотел. Обещания действовали, как получалось. К огромной радости фанатов ковельской команды, нули продержались лишь до 8-й минуты. Глядачов все больше и больше становится на наших матчах. И нам вот можно говорить про то, что их колькость не падает, а увеличивается с тем, как проходят матчи от группов до системы плей-офф. Дальше больше. Брещане постарались выровнять игру и забить ответный гол. Но соперник оказался уж слишком хорош. Внимательно следил за противником. А один из перехватов в центре площадки и вовсе позволил ковельчанам отличиться вновь. Исправиться «Мясокомбинат» попытался во втором тайме. Казалось, что интрига в матче может вернуться.
но она ушла безвозвратно. Кадличане забили третий гол, а за ним и четвертый. Удержать добытое преимущество для гостей казалось делом техники. Они вновь чемпионы. Наверное, эмоций не хватило. Тяжелая турнирная сетка. Каждый матч от группы до финала на эмоциях. Пацаны и так молодцы. Мы, наверное, были просто не готовы. Либо все эмоции отдали в предыдущих играх. Вроде и настраивались, но финал есть финал, с одной игры все выходит, вот и захлестнули. И эмоции просто зашкаливают, всем спасибо, все старались, все просто весь чемпионат отыграли на, скажем так, на одной ровной линии. Отыграл на ноль, я думаю, доказал, что лучше на данный момент, и будем стремиться еще, еще, еще. Мы работаем всегда только на победу, у нас максимальные задачи. Ни в коем случае нету слабинки. Физически команда готова на 100%, независимо от того, или 4 человека, или 5, или 6 у нас в обоим. Надо будем 4 играть с прессингом. Победить в турнире, по мнению тренера «Шанс Авто», помогла сплоченная игра всей команды. Футболисты из «Кобеля» показывают зрелищный футбол, а отдельные игроки уже кандидаты на место в команде «Аматор». Перед сезоном мы уже встречались с учредителями вашего клуба. У нас был разговор, и в принципе это еще не конец этого разговора. Я думаю, что на следующий сезон некоторые игроки будут в вашей команде. Очередной сезон уже история. Мини-футбольный марафон взял паузу до следующей зимы. Победители получили кубки, медали и памятные призы. Проигравшие остались с мыслями на реванш. Начать все с чистого листа и те, и другие смогут уже в новом сезоне, который должен получиться не менее ярким. Голы, очки, секунды в нашем спортивном дайджесте. Внедорожный клуб «Спутник» совместно с первичной организационной структурой ДСААФ города Бреста провели открытую тренировку по джип-триалу. Мастер-класс проходил в двух секциях – для начинающих и более опытных любителей экстрима. Организаторы показали, что такое джип-триал, и пояснили правила этого вида спорта. Свои силы на трассе могли попробовать все желающие. Последние два года существования нашего клуба совместно с ДСААФ мы провели несколько таких мероприятий. То есть люди потихоньку начинают втягиваться в это движение. Заезд заключается в том, тренировочная трасса, ее прохождение фиксируется судьями. Вот, и лучшие результаты будут озвучены, ну, как бы при награждении. Будем стараться проводить такие тренировочные заезды регулярно. Примечательно, что джип-триалом интересуется все большее количество автомобилистов. В тренировке приняли участие не только джипы, но и неподготовленная техника – легковые авто с полным приводом. Такие экстремальные заезды – одна из основных тренировок перед Кубком ДСААФ Бреста, который 20-21 мая пройдет в микрорайоне «Восток». Посвящен он будет 90-летию ДСААФ. На сборе в Испании футболисты брестского «Динамо» в товарищеском матче победили команду из Норвегии. Автором единственного гола в ворота клуба Сандер Фьорд стал легионер Диксон Афааква, отличившийся на 11-й минуте. Напомним, ранее в Испании брестская команда уступила китайскому клубу «Далянь Ифан» 0-4 и обыграла «Нюкёбинг» из Дании 3-1. Заключительный спарринг у динамовцев намечен на 3 марта. Встреча со шведской командой «Норбю». Брестский гандбольный клуб имени Мешкова выиграл гостевой матч Чехолиги в Словении. Благодаря успеху в игре с Горини 37-34, гандболисты БГК сохраняют шансы на попадание в финал четырех этого турнира. Мешковцы неплохо провели встречу, еще в ходе первого тайма заработав себе преимущество в 6 мячей. Обе команды показали атакующий гандбол. Лишь в последние 3 минуты поединка гости сбавили обороты, из-за чего к финальному свистку гандболисты «Горения» сократили отставание до 3 мячей. Самым результативным у брещан стал Растко Стойкович – 10 мячей, половина из них – 7-метровых. Заключительный матч регулярной части мешковцы проведут в гостях против Загреба в середине марта. А в ближайшие домашние встречи БГК в рамках Лиги чемпионов на своей площадке примет лидера таблицы «Македонский Вардар». На этом все. С вами был Олег Завадский. Смотрите про спорт на сайте rkbs.by и в социальных сетях. Живите спортом, берегите себя. До встречи через неделю. Пока.